Да, кто-то вообще эпично припарковал вертолет в бассейне, ну да ладно. Так, ищем Матаку, Матаку или Виляку, что-нибудь такое. Здорово, народ, с вами Джеймс, это Аризона РП. Так что, в общем, блять, я даже не знаю, что сказать. Я извиняюсь за то, что меня не было неделю. Ну, вот я говорил, что выйдет офигенный летсплей. Опа, подарочек, подарочек. Хотелось бы сказать... Блин, я ж забыл, тут же нельзя прыгать. Хотелось бы сказать спасибо Куртфилду О'Коннорсу за то, что он мне дал 100 косарей. Ну, я тут уже немножко потратился. В этой серии я бы хотел бы отправиться за покупочками. Ну, дом, машину такой вот я не буду покупать, потому что у меня на это... Чтобы содержать все это, у меня не будет времени. Так что я отправлюсь за, ну не знаю, магазины всякие. Будем смотреть, что тут есть. Купим себе новую одежду, потому что этот жердяй слишком медленный. И отправимся мы, давайте для начала в магазин одежды. А потом уже по другим магазинам посмотрим. Может быть, тут есть какие-то магазины с приколами. Ох, как свинюха прям сделал. Ну ладно. Мне просто будет лень потом это все обрезать. Я хочу выложить уже сразу целое видео. Я просто хочу спать сейчас 8:30. Так, кстати, получил я? Нет, я еще первый левел. Надо еще немножко позадротить, и я получу второй левел. И следующая серия выйдет, возможно, в какой-нибудь фракции. Надеюсь, что это будут байкеры. Так как лидер байкеров мой знакомый. Блять, это будет этот. Как оно, блядь, называется? Уже вылетело вообще из головы. Ладно, в общем, когда ни за что дают ранг. Ну, вы поняли, в общем. Так, во, магазин одежды есть, работает. Стоимость входа $15. Под контролем у байкеров. И чё мне нажать надо? Alt, ясно. Так, заходим сюда, 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 сюда. Ой, теперь куда? Вот сюда, да? Эй, отойди, парень. Так. Заходим, нажимаем Alt. Let's go. Выберем сейчас какого-нибудь себе нигероса и будем играть уже нигером. А где... А, вот сценарий написано. Написано, написано. Так, давайте... Не, ну это уже слишком дорогие пошли. Так, я мне понравился, там вначале был нигер такой. Вот этот вот. Ацепт. Минус 5 штук. Опа, продавец. Такое чувство, он на вас прям... Он создан прям на вас, улыбаясь. Ха, спасибо тебе, продавец. Так, выходим. О, так, ой-ой. Теперь нам это вообще подходит четенько под BMX. Только вот проблемка в том, что BMX не прыгает, это вот плохо. Да. Я, в принципе, это говорил уже в прошлой серии. Ну, скажу еще раз, что это плохо. Так, что это за буковка? Зем. Зем. Заправочка. Ясно, заправочка нам не нужна. Нам... Воу. Да ладно. Что это? Трудоустройство развозчика пиццы. Работа. Вы не развозчик пиццы. А ну-ка. Вы приняты на работу, используйте это, да, чтобы изучить работу. Ладно. Вы так тут... А, тут не надо увольняться, тут пишет сразу, что вы так тут уже работаете. Слушай, вас, ты тут работаешь уже. Ладно. Не будем заморачиваться. Не, в принципе, я буду обрезать это видео, потому что рогачка-то была неуместна. Так, отправимся в другие... Вообще в какие-нибудь магазины. Не знаю, тут, наверное, есть какие-то магазины угаров. Точка ПЗ. Так, важные места. Так, развлечения. Казино, казино... Да, вы чё, казино это не развлечение. Надо еще какое-нибудь. Автомои локации, отели. О, отели. Центральный отель. Давай, центральный отель номер 1. Поехали. Вот отель можно купить, и машину тогда уже можно будет купить, потому что на дом, ну, у меня просто не будет времени его содержать, так что... Воу, да вот, да ладно, прям в центре Лос-Сантоса. Ну, спасибо Курфилду за то, что он, если правильно выговорил, то
Это клево. Если неправильно, то не обижайся на меня. Курфилд. Воу, там даже сидит подруга. Ну, чё это? Вы прибыли, точка назначения. Заходим сюда. Да-да-да. Ух ты, кстати, отель, тут интерьерчик так-то изменен. Так, номер 2 закрыто, закрыто. А тут должны где-то продаваться. Владельцы вот есть. Так, короче, пройдемся сейчас по первому этажику. Владелец, владелец. Есть владельцы. Владельцы. Да вы чё, слышишь, бэй, пацаны? Зачем вы покупаете мои номера? Это ж я придумал этот отель. Этот отель придумал я. Так. Да блин, глянь, да почему-то все заняты. Ну ладно, пойдем наверх. Посмотрим. В закрытую дверь. Вот так. Офигенским, да уж. Так давайте выключим радио, потому что оно меня немного смущает. А у меня нет радио. А, ну ладно, пусть тогда будут новости. Да, пусть будут. Только я просто не знаю, как их выключить, значит пусть будут. А вот у нас лесь, и там тоже дверь. Чё за бред? Так, проходим, бежим. Бежим в проходе. В принципе, такая офигенская модель. Мне она вообще прям нравится. Ну вообще прям. Глё! А, во. Я думал, это уже что-то. Бля, и тут дверь. Чё за кидалово-то? Чё за кидалово, мать вашу? А как мне... Ну... Слышь, так нечестно. Поехали тогда в другой отель уже, что ли. Так. Так. Выходим. А что это так? А, вот. Так, а почему оно не появилось сразу? Понятно. Все отели заняты. Вообще какой-то бред. Где мой велик, пацаны? Кто украл велосипед? Транспорт. А, блин, у меня ж тем более нету водительских прав на мотоцикл. Да, кто-то вообще эпично припарковал вертолет в бассейне, но да ладно. Так, ищем Матаку. Или Виляку. Че-нибудь такое. Блин, интерьер тут вообще такой прям. Кажется, что я играю с текстур паком каким-то. Но нет, ребята, это все. Аризона, ролл-плей. Да, и, кстати, ходят слухи, что это все украдено. О, брат, ты отдашь мне велик? Да. Спасибо. Так, короче, прописываем GPS еще разок, отели. Давай какой-нибудь вот Эстерн Бич. Выберем отель и съездим туда. О, гля, я тоже... А, так он немножко прыгает. А именно, чтобы высоко, чтобы замутить какой-то трюкан, то не, так не получится. Так, и где этот... Где этот отель? Отель. О, кстати, пацаны, я давно хотел посмотреть вот здесь вон, вверху. Ну, не вверху, вот, короче, квартирки стоят. Давайте заселимся сюда. Чё нам терять-то, блин? Пошли, брат. Посмотрим. Давай, высвечивайся, падла. Высвечивайся, падла. О, свободен. 5. Аренда. Аренда. Так, хорошо, что вы решили поселиться именно у нас. Воу. Кстати, спасибо. Ох ты, блядь, что-то спасибо говорю ей. Кстати, надо посмотреть, что тут. Где мой отель? Джеймс О'Коннор, вот. Раз, альт. Дверь закрыта. А как... Как открыть-то? Оу. Ладно, ясно, понятно. Поехали за тачкой, потом перезайдем, посмотрим, как тут в отеле, пока не пропал велосипед. В принципе, так вот я удачно съездил. Давай садись-то, брателло. Так, отлично. Так, у меня осталось так, 78 тысяч. Авторынок, нуб. ЛС. А и Б. Поехали. Блин, ну вообще прям, ну, необычное место для автосалона. Ну ладно. Посмотрим, что тут, какие тут
автомобили. Не, ну такого вот жирного парня с глазами, как у пса вонючего, у которого нет ноги, я не буду покупать. Давайте купим... Давай, на велосипеде вообще так крака... Бля, я думал, это фургончик. Если бы это был фургон, я бы его купил. Ну, давай, заезжай ты, подлюка. Подло! Так, не, эти тоже машинки, не, брат. Сегодня у нас не день рождения, чтоб... О, да это вообще бредятина. Не день рождения, чтоб на такой кататься. Давай, на велосипеде, блин, так неудобно заезжать, я вам отвечаю, пацаны. И чё это, вверх? И чё наверху? Квадроцикл. Ну, блин. Йоу, мазафака. А вот это вот можно купить, или это чья-то? Я вот эту вот бы купил, серьезно. А у вас нет ключей. А чё... Ну, давай тогда Ландсталкер, чё нам? Так. Чё почём? 50 штук Ландсталкер с дисками. Этот транспорт закрыт. Транспорт продается. А как его купить-то, слышь? Вась. Как его купить-то? Байкар. Блять, GPS-ом не купишь тачку. Так что вот оно. Сам он как-то сел. Что, блять? 500к? Я думал, это 100... Ой, 50 тысяч. Блин, ну... Велик-то остался. Пожалуйста, велосипед. И как мне добираться, слушай? Ну... Ладно. Давай пропишем еще раз GPS. Так. GPS, блядь, сука. GPS. Авторынки. Авторынок, ну, ЛВ. Bloodberry. Отправимся во авторынок Bloodberry, пацаны, и встретимся уже там. Ну чё, пацаны, вот я, короче, приехал в автосалон. Посмотрим, что тут почти. 400 косарей. Блин, ну тут должно быть, должна же быть хоть какая-то. Вот эта должна быть дешевой. Блять, 900 штук. А где мне найти дешевые автомобили? Я понял. Блин, ну... Да уж. Такого поворота событий я не ожидал. Не ожидал. О, подарочек, парни, подарок. Подарок надо будет заказывать, блядь, забирать. О! У меня... 4 подарка. Можно их обменять на шкатулку Эдварда. Я понял. Спасибо. Давайте тогда отправимся в ЛВ. Тут должны... В ЛВ, точнее, не тут. Должны быть тоже автосалоны. Пропишем GPS. А, может, важные места. Мэрия, автошкола, вокзал, пирс, стоянка. Автосервис, черный рынок. Следующая автомастерская. Банковское отделение, автобазар. ЛС. Давай, последняя вот эта вот местина. Отправляемся на автобазар. Я так думаю, что это на пляже, да? А нет. А мы были тут разве? Мне кажется... Ну ладно, поехали. Посмотрим, может быть, там есть что. Банки, текущая сумма банки 30. В данный момент у вас первый уровень. 8 из 8 респекта. Чё за бред, блядь? 8 из 8, да, блядь, пишет, что вы достигли второго уровня. Чё за бред такой-то? Так. Вон, видно уже, короче, маркер, что там где-то есть автосука-то. Автосука-то. Блядь, сука-то. Автосука-то. Есть, блядь, этот авторынок. Ну, я надеюсь, что, блядь, да. Тут нет нихуя. Зайдем сюда, блядь, хуй. Ладно, я понял, короче. В общем, пацаны, вот такая вот вышла у нас длинненькая, наверное, серия. Это был сервер Arizona Roleplay. Третий, да, вроде? Да, третий сервер. С вами был Джеймс. Если вам понравилось это видео, почему бы не поставить лайк и не подписаться на канал? Ну,
Давай поглядим сейчас, как выглядит отель. А то я попрощался как-то, а, блядь, в сам отель-то не зашел. Так, чтоб все знали. Так, закрыто. Да пропишем МН, команды. И так. Бизнес-организация. Где-то тут была такая штука. Дом, работ. Отель. Хотел. Прописываем хотел. Открыть, закрыть номер. О, все. Так. Че, вот такой вот у нас отель. Закрываем двери, пополняем счет. Ну, давайте пополним на 4000. Две девятьсот. О, отлично, они снимаются с налички. Так, заказать продукты в холодильнике, пополнить запас продуктов, возможность покушать в любое время у себя в номере. Продукты в холодильнике 40. Вот холодильник. Картофель фри 60%, а у меня только 40. Давай закажем, значит. Заказать продукты 100. Где, давай 300 продуктов закажем. 300. Картофель фри. Номер не... А, ну, наверное, надо подождать, пока привезут нам продукты. В общем, вот такой вот какой-то отель. Ну, довольно-таки нормально. За 5000 арендовал. В общем, пацаны... Ого, там текстурки видно. В общем, пацаны, еще раз с вами прощаюсь. С вами был Джеймс. Arizona Roleplay, третий сервер. Adios, amigos, пацаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите нового видео. Да, вот так. Все, всем adios.